морозами, катанием на горках, тем, что мой ребенок подрос, что у нас день рождения. Снегом, настоящей зимой, как раньше в детстве. И зима в этом году замечательная, снегу много, чисто в городе. Такой вот красивой погодой. Неработающим лифтом. Снегом? Морозом. Снегом, морозом. Ну и, в общем-то, на пенсии грустно. Снега много, понравилась зима. Теплая, хорошая. Ну, очень снежная. Ну, давно так и не было. Гололедом, наверное. Потому что трудно ходить. А самое яркое событие какое? Самое яркое? Ну, у нас вот лялька родилась. Так что для нас это долгожданное событие, очень важное. День рождения моего ребенка. Новый год. Все-таки праздник. Новый год. Наверное, самый, потому что все собрались. Вот это самый такой хороший был праздник.